Потом вдруг резко стала интересна тематика именно ракетной техники. Не сам космос, а вот именно сами все узлы, агрегаты ракет-носителей. Стало очень интересно, и я понял, что не хватает, во-первых, которая этим интересуется, но мало практики у этих людей. То есть они хотят быть специалистами, но здесь нельзя дать такое образование. А специалисты должны быть здесь, потому что космос, я считаю, это будущее всего человечества, потому что рано или поздно нам придется бежать с этой планетки. Двигатель используется как, может использоваться как рулевой двигатель малой тяги на, и на космических аппаратах, и на ступенях ракет, в зависимости от маршевых двигателей. Но это далекие идеи, которые пока что еще далеки от исполнения. Технические характеристики, они же, естественно, теоретические. 22 ньютон тяги при атмосферном давлении на уровне моря. Удельный импульс 1200 метров в секунду. А так пока это идет как учебный образец. Технология изготовления упрощена настолько, что намного дешевле, чем существующая она. Упрощение системы подачи топлива. Правда, из-за этого чуть-чуть увеличена ее масса. Система подачи вытеснительная. Насосная, она идет чуть легче, но она гораздо сложнее в исполнении. И, ну, я пока еще не могу такое учиться надо. Опять-таки из-за того, что двигатель планируется как обучающий. То есть поле для усовершенствований, модернизации огромное множество. То есть надо только работать. Кумира так особо и нету. Насчет Маска, я считаю, да, талантливый инженер. Да, проекты авантюрные. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Были бы деньги и желание вот так. Будем смотреть, как Starship у него будет летать. Нет. В прошлом году... Илон Маск не звонил? Не, жду. Обещал, жду. В общем, как-то так. В основном все ищется в интернете, все люди сейчас в интернете, информация везде доступная.